страшные игры. Это одна из утерянных стареньких игр про танки, а именно игра про стратегию. Как по легенде, в эту игру давали играть полиции, пожарным. Они играли в эту игру в свободное время, но не замечая одного, что эта игра ломала аппаратуру. Связь с управлением начала теряться, а игра продолжала свой ход. Вроде бы жалоб на эту игру не было, но все же. Она, видимо, содержала в себе специальный код, который действительно блокировал связь. Но в итоге, как выяснилось, что это был миф, и это замечательно. Проверить вы эту игру можете по ссылке в описании. И что самое интересное, один человек портировал эту игру на Android. Естественно, вся информация будет по ссылке. И если вы хотите больше такого контента, ставьте лайки и не забывайте подписываться. А также делиться с друзьями.